Всем привет! Как обещал, видео с моря. Аквамарин 200 испытывал в соленой воде. Ну, в воде вообще найти что-то очень трудно по камням. Если был бы песок, я думаю, находки были бы по-любому. Ну а так, пока я к нему приноровился, можно так сказать, в соленой воде плюс единицу чувствительности делаешь, и все, и как бы на двойке он уже реагирует на все камни. Двойка, тройка, вообще невозможно ничего найти, потому что реагирует на камни. На единице более-менее было пару сигналов, копал, но так и ничего не выкопал, потому что ну, очень тяжело, в общем. Если искать, то только в песке. По сухому нормально ищет все. Вот этот участок песка я прошел, наверное, кто-то до меня был, я пару ямок нашел, вообще тишина. Ну, нашел вот такие две шмурдичины, а возле воды в мелком камушке вот такие вот зацепил сигналы. В принципе, если было бы что-то посерьезнее, по-любому бы их выхватил. Еще что порадовало, загорелась у меня индикация наконец-то. Вот она работает. Поначалу через раз работала. Сейчас вот второй день уже работает. Ну не знаю, красный светодиод все равно не горит. Отправлять, наверное, все-таки я его буду обратно. Должно все работать, я считаю, в приборе. И то, что он не работал, теперь работает, не факт, что будет работать дальше. Ну вот так вот. По камням, в общем, ничего невозможно найти. Только на песок надо ехать. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Приеду с моря, пойду в поля. Всем пока, удачи, до свидания.